Я каждое утро прихожу, поднимаюсь на 3 ступеньки и молюсь, чтобы Господь сохранил эту красоту. Красоту мост, чтобы не взорвали, как на Крым. Вот. Ну, там дальше я подхожусь прямо под мостом. Каждое утро я прихожу сюда и молюсь. Мне ходить надо. Вчера еще лед стоял, а сегодня и вот. Ну, сегодня это уже 6 апреля 2023 года, четверг. Завтра будет Благовещение Пресвятой Богородицы, Пресвятой Девы Марии. Вот теперь я иду домой показать, где тут. Вот. Все. Когда-то, вот вчера до 8 утра еще стоял лед. Ну, теплый день был, видать, накопилось, и все, ушло. Это река Обь. Красавица. Кто в Барнауле не был, обратите внимание, какие тут здания. Какая красота. Везде. Храмов сколько. Молятся люди. Вот. Никаких тут мятежей, заложников, захватов, взрывов нету. Тут мусульманская мечеть есть. Мы живем как одна семья. Армянская, в честь святой Репсимии. Тут голову не режут, а наоборот, каждый, чтобы ее держал крепко. Тут был мэр города Баварин Владимир Николаевич. Мы ровесники были с ним. В 1939 году он родился. Но в 2003 вот в автокатастрофе он погиб. Очень хороший человек был. Я, проходя мимо, где стела там его, ну, надпись есть, я всегда молюсь, упокой его, Господи, в обителях небесных. Потому что этот человек много добра сделал и нам конкретно. Это вот плывут льдины, можно даже заметить. Что-то я не пойму тут где, в каком месте. Вот так. А, это отражение. Отражение. И вот там, где далеко все. Красота тут такая, все в фонарях. Светится. Вон он мост куда идет. Я много раз, каждое утро прихожу и говорю, а что ты ходишь туда? Я работаю, не хожу. Как? А кем? Охранником. А какой же ты охранник? 83 года, 84, 10 июня будет. Какой? Я молюсь. Напрасно бодрствует страж, если Господь не охраняет. Я каждый день молюсь, Господи, сохрани эту красоту. Это, наверное, больше, чем космос. Улетели, космос забыли. А здесь машины идут 3 ряда. В одном направлении, в 3 ряда и в другом. И вот на этих вот там таблички висят. Это города, как во время войны было. Какой город завоевывали. Какой за каким. Начинается с Москвы, Сталинграда и Берлином. И на той стороне та же. Вот как умно сделано. Повторяю, это Барнаул. Ну, сегодня я маленько попозже вышел. Вот тут утреннее время. Вот ледяной канал. Нулевой километр тут. И все подписано. Красота. Что-то там делают некоторые. Все уж, рыбачки-то не порыбачишь, еще рано. Вот Господь как делал. Я хожу сюда. Это у меня получается 2080 шагов. 2080. Но обратно поменьше маленько, я иду другим боком. 2080. Ну сколько шаг там надо замерить? А это вот на ночь и днем эти, как называют их, не мопеды, а, ну, ребятишки катаются. Я говорю, это же делают для того, чтобы кто-то своровал, а там живо тебя найдут. Что там внутри-то укажет где. И один раз я приехал тут и узнал, действительно так и есть.